спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Четверг в Самарском регионе облачно, возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 25-26, ночью пасмурно, плюс 18. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно, возможен дождь, гроза, плюс 26, ночью плюс 20, пасмурно. Северный ветер 2-5 метров в секунду. В Тольятти днем облачно, небольшой дождь, гроза, плюс 25. Ночью пасмурно, плюс 21. Северный ветер 1-2 метра в секунду. В Самаре днем облачно, возможен дождь, гроза, плюс 25. К вечеру дождь. Ночью плюс 18, 20. Ветер северный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 70%. Температура воды в Волге плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.